В Актюбинской области подорожало мясо говядины. На городских рынках килограмм говядины стоит примерно на 100 тенге больше, чем месяц назад. В чем причина такого подорожания, выясняла наша съемочная группа. В последние дни с разных регионов страны стали приходить сообщения о росте цен на говядину. Так, в Караганде стоимость килограмма говядины достигла 2000 тенге. Подорожание, хоть и не столь высокое, произошло и в Актюбе. Пришла на рынок, смотрю мясо. Но покупать не по карману, очень дорого. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть дешевле было, хотя бы 1000, например, уже легче было бы. У меня, например, я 2-3 килограмма куплю, это у меня 6 внуков дома, не по карману, мало, дорого совсем. На коммунальный рынок Табыс говядину поставляют 15 крестьянских хозяйств из Айтекибийского, Хромтауского, Иргизского, Уйылского районов. Сами продавцы в качестве причины подорожания говядины называют регулярное отсутствие мяса у поставщиков. Говорят, мясо забирают за рубеж. Очень большая поставка идет за рубеж. Местные жители стараются сдавать повыше цены делают. Кто-то закупает, в общем, дают большую цену, они сдают им. Получается, у нас перебои постоянно с мясом. Поэтому у нас иногда идут большие перебои. Цена играет. Сегодня так. Сегодня, допустим, крестьянское хозяйство нам сдало, уже мясо дешевое сегодня получилось. А бывает, иногда мяса не бывает. Закупочная цена, если сильно дорогая, мы стараемся не брать, потому что как бы рынок у нас идет коммунальный, нам нельзя цены сильно превышать. В администрации рынка отмечают, что непогода и перекрытые дороги привели к сокращению поставок мяса и повлияли на стоимость говядины. Если месяц назад аграрии сдавали мясо по 1150 тенге за кило, то сейчас эта цена подскочила на 100 тенге. Соответственно, повысилась и цена на прилавках. При этом в администрации заверяют, принимаются меры по стабилизации ситуации. Наблюдаем цены, удерживаем цены. Совместно с управлением сельским хозяйством, местные районные хозяйства, местные они работают, направляют сюда в день 3-4 головы мяса по 1100 тенге. И мы, арендаторы наши, 10% надбавку делают и продают. При этом основания ждать подешевления говядины пока нет, так что у актюбинских любителей мяса остается лишь два выхода. Или, скрипя сердце, покупать по новой цене, либо становиться вегетарианцами. Владимир Федотов, Аманжол Айтмагамбетов, Казахстан, Актюбе.